В этом году форум займет 9 площадок. Наряду с театром драмы секции пройдут на территории Алтайского завода прецизионных изделий. Гостей познакомят с новейшими разработками в области цифровой экономики, технологии «Умный город». Особое внимание уделят безопасности. Желающие смогут поучаствовать в киберучениях, где в обстановке близкой к реальной они будут отражать информационные атаки. То есть мы создаем площадку, на которой будет комфортно потребителям IT-услуг, скажем так, IT-оборудования, и производителям вместе встретиться и обсудить вопросы, которые волнуют наших местных IT-пользователей, и найти решение на свои вопросы. Открытие форума пройдет 10 октября в Театре драмы. Регистрация открыта на официальном сайте мероприятия. Илья Кочетков, Алексей Фризин, «День с толком».